друзья, все, привет, продолжаем наш проект «Дневник фаната». В этот раз он будет у нас международный, и мы будем вас освещать с поездки из Марбелья, куда мы отправляемся на сборы к московскому «Спартаку», который проводит последние подготовительные сборы. Соответственно, узнаете о том, как проводятся тренировочные процессы, о том, чем живет команда на сборах. Ну и вообще постараемся, блядь, показать много разных веселых приколюх и интересных тем. Что, парни, мы добрались до Марбелли, наконец-то, после шести часов, не надо, спасибо, друг. Вот, здесь даже по-русски говорят, добрались до Марбелли сейчас. Ждем наш трансфер, отправимся в отельчик, у нас какой-то модный отель должен быть, даже с горочками. Все нападают на тебя, блин, поэтому поедем в отель. Он вейпер убежал. Короче, авторитетные пацаны вышли прогуляться вечером сегодня. Вот наш отельчик, собственно, ночной. А мы просто пойдем прогуляемся, посмотрим, что здесь, какие приколюхи есть. Паш, это Малага. Это Малага. Месси or Роналдо. Спартак Москва. Вышли! Футбол клуб Спартак Москва. Как игра вообще, как сам себя чувствуешь после игры? Тяжелая игра, команда еще не сыграна пока что, потому что третий сбор проходит. Да, ты сегодня был тяжело, да, играть? Тяжело, я не спорю, да. Вот у меня здоровая конкуренция, Ребров, Кутепов. Селихов, опять же. Нет, Ребров, Кутепов они сейчас. Пуцко. Пуцко, да. Пуцко был конкурентом, но сейчас уже не конкурент он. Пуцко. Поэтому мы ждем Тегиева. Теги. А вот новичок, да, нашей команды? Да. Георгий Джикин. Будем знакомы. На конкуренцию, да. То было нормально. Добрый набор, коммуникация, фолк, вариант, алконт, я. А добрый, да за что придешь ты, брат? Я че кончал, блядь. Стараешься, я ваш тебе. Что ты радишь, блядь, ты мород. Мы взяли точило, второй день у нас пошел сегодня. Первый провели на отлично, сейчас выдвигаемся в отель команде. Да, немного о нашем отеле. Можно сказать, что это пенсионерские отели. Мы там не то что самые молодые, мы там уже в ранге внуков, племянников и правнуков. Мы ходим на дискотеки. Да, но мы все равно посещаем моднейшее диско. Вот это прикол, да, музончик? Или не будь со мной. Все лево. Будь или не будь. Это про Спартак, будь чемпионом всегда. Сделали небольшую остановочку, посмотрите, какая красотища. Просто это вот мы на подъезде к Марбелье. Я говорил, Сочи. Да, Сочи. Хорошо, что выбрались на спорт, а там в Крым, блядь. Да, в Крыму хорошо, парни, в Крыму здорово. Нет, Белок еще уедет. Это Мерджентси. Да, они пофоткаться, по-моему. Ходноскопы принимают. Все, окей. Поехали. Во-во-во, у нас траблы начались, короче, уезжаем, все. Все. Небольшой трабл произошел, блядь. Нас попытались провязать, но мы послали всех подальше. Вот так по нам верь, да, фильму? Вот это прикол, да? Подъехали в отель и, собственно, застали парней, которые приехали с тренировки. Вот. Все старые знакомые. Продержка всегда с вами. Здорово, парни. Все лучше. Сальва. Привет, привет. Отлично, как ваши? Здорово, парни. Здорово. Как здоровье, Сальва? Нормально? Все отлично, готовы? Скоро будем. А вот Леонид Федорович, собственно. Привет. Здравствуйте, Леонид Федорович. С приездом. Заходи. Спасибо. Мы находимся сейчас в отеле, собственно, в том отеле, где расположилась команда. Леонид Федорович нас, как всегда, с гостеприимством встретил. Расскажет нам все. Без хлеба и соли, правда. Без хлеба и соли, конечно. Потому что в Испании очень плохо и с хлебом, и с солью, да. Вот это прикол! Вот вы можете посмотреть, да, с нами соседствует китайская команда. Нихао!
футболисты. Вот тут вот, вот можно пройти по коридору, номера. Мы не будем заходить, они сейчас отдыхают, потому что обед, в час дня обед, вот они сейчас отдыхают. Ну, гостиница очень комфортная, пожалуй, лучшие из всех отелей, которые все были хорошие, супер хорошие. А свободное время что? Ну, свободное время ребята читают, смотрят. Ну, свобода, еще раз повторюсь, что свободного времени очень практически мало. Нет, мало, да? Практически нет, да? Вот здесь как раз вот внимательно изучаются игры наших соперников, в данном случае. Сейчас просматривают, кстати, как раз какой-то матч, да? Краснодар с Фенербахче. Да. Копаемся в грязном белье. Нет, сказать. Это чистое все. Чистое все готово. Не-не-не, грязного белья в Спартаке нету. Запах очень сильный. Кладезь для болельщиков. На самом деле это кладезь для болельщиков, потому что любой фанат, я думаю, хотел бы сюда прорваться. Георгий Чевдарь готовит в одиночку, никому не доверяет. Георгий Чевдарь, мы вспоминаем тот самый Георгий Чевдарь, который не захотел нам давать интервью и убежал от нас, когда мы делали небольшой видеорепортаж. Это из природной скромности. Не-не, это наши, это наши. Наши все, это наши болельщики, фратри. Ну, а я-то при чем? Это же не, это не журналисты, это не журналисты. Он же... И вот, дело. Дому. Это ветеран физкультурного движения. Вот без него точно вышли бы игроки босиком. Даже термо всякие эти трусики, термотрусики. Одинокая тениска. Эвелин, Эвелин Попов. Да. Как дела, Эвелин? Все хорошо. Готовишься? Готовишь. Готовишься. Завтра супер будет все. Все супер. Вот. Победа. Победа и много голов. Самое главное. 7-8, так нормально? 7. 7 хорошо. Вот это прикол. О, грацио Массимо. Нам повезло, мы смогли немножко его за. Буквально. Убегает. Очень скромный и. Очень хороший мужик. Вот еще немножко напуган, привет. Он спал просто. Да, проснулся. Да. Не обижает никто. Если кто будет. Андрюха. Парни, если кто будет обижать нам, звоните, мы рядом живем. Подъедем со всеми, разберемся. Георгий Чевдарь, который наш любимый, наш самый скромный. Самый скромный на Тарасовке и вообще в Спартаке самый. Спасибо. Мистер скромности. Сделай хоть рукой на прощание нам. Георгий, на прощание. Жора Мельор. Это мой друг. Мальчики, передайте привет. Ола-ла, ола-ола. Это мой амиго. Амигос. Да. А вот новичок, да, нашей команды? Да. Георгий Джикерин. Будем знакомы. Вот это прикол. Как дела? Мы первые, кстати, да, кто Тигиев? Да. Еще никто не видел. Вчера эксклюзивный репортаж. Здорово, парни. Здорово, парни. Всех потихонечку цепляем. Да, вот тут новые, вот тут появляются фрукты. Смотри, тут можно. Да, и тут написано, сколько орехов надо съесть, чтобы, так сказать, не буду ничего говорить. Для чего? До каждого ореха все продумано. До каждого ореха. Да, вот это вот так в Спартаке. Теперь мы знаем. Теперь мы знаем, сколько нужно орехов. Вы знаете, сколько нужно орехов, да, чтобы ночью. Ну, я думаю, мы вырежем, чтобы никто не знал. Чтобы ночью не заснуть. Вот это прикол. Банда в поле. Да. Ранее пустили, но все к нам сами выходили. Да. Мы так сегодня приедем, снимаем материал. Сегодня приехали материал поснимать, а так завтра уже банды все приедем. Сейчас мы ощущали ребята... поддержку уже сразу, самолет. Завтра все, да, все будет как всегда. Давайте, парни, тоже вставайте. Потом сделаем. Давай, Федор, с нами. Федор, я прохожу. Потом сделаем скриншоты. Так, ты себя-то не фоткай, а? Сначала я. Дима, давай с нами тоже. Взяли нового оператора в дневник фаната, а он оказался такой... У меня другой дневник, там уже. Дим, фотографируй нас, пожалуйста. Да вы обалдели, что ли? Я тоже хочу. У меня есть селфи. Давай, Лю, нажми, Лю. Работа прежде всего. Все, устроили хаос, надо уже уходить, а то мы здесь это ввели какой-то... Вели дестрой в этот тренировочный процесс и в режим команды. Извините. Мы поняли со своей бригадой. Теперь мы... Все, мы знаем теперь, что ты купромис. Будем подписываться. Как дела? И убегаем быстро. Да.
Быстро побежали. Мы здесь для того, чтобы «Спартак» стал чемпионом и помочь им, в том числе и в завтрашнем матче, одержать победу. Пускай кто-то говорит о том, что предсезонные матчи не так важны, но я считаю, что любой результат важен, и победа должна быть в каждом матче. Единственное, Паш, просто вопрос такой, блядь. Вот реально другие шорты были, чтобы одеть на съемки, блядь? Я поэтому на уровне живота и выше живота я снимал, блядь.